Естественно, мы против войны, но мы не можем быть на стороне врага. Почему? Ну, потому что я здесь живу, это моя родина, это мои родители, мои руководители, мой президент. А вы голосовали за него на последних выборах? Не голосовала, потому что... ну, вот он несколько раз вот он свои решения менял. Говорит одно, делает другое. Поэтому как-то вера, что ли, пропадает потихонечку. Хотя бы с этим пенсионным возрастом. Хотя бы с какими-то... вот, например, я дитё войны, да? Почему нас ничем не отметят? Почему-то на нас внимания не обращают. Мы же в таком количестве уже, но небольшом остались в России, так ведь? Ничего, внутри страны-то ничего не делается в лучшую-то сторону. Почему тогда вы считаете, что надо поддерживать Путина в этой военной спецоперации, если вам в целом не нравится, как он управляет страной? Потому что вот я считаю, что Америка, она хочет чужими руками развалить обе страны, и Украину погубить, и Россию. Поэтому я поддерживаю, конечно, Путина. Надо защищать границы своей родины.